Меня зовут Дарья Кузьменко. Мой диссертационный проект называется «Герхард Гауптман. Русская литература». Большая часть моего исследования посвящена роману «Юродивый во Христе» Иммануил Квинт. И если для русского читателя феномен юродства не является чем-то непостижимым, то большинство немцев, скорее всего, никогда с ним не сталкивались. Юродство как религиозное подвижничество состоит в отказе от мирских забот и удовольствий. У юродивых нет ни дома, ни семьи, ни денег. В любую погоду они одеты в отребье и опутаны веригами. Над ними смеются, их оскорбляют. Другой частью подвига становится вызывающее самоуничижительное поведение, задача которого – продемонстрировать людям глубину их духовного падения, заставить зрителей задуматься о том, по совести ли они живут. Именно поэтому юродивых чаще всего можно было встретить на городских площадях и ярмарках. Первое, что представляет русский, услышав слово «юродивый», — это собор, носящий имя одного из самых известных юродивых нашей истории — собор Василия Блаженного. Этот человек был настолько бесстрашен или, может, безрассуден, что прилюдно обвинял царя Ивана Грозного во всех его кровавых преступлениях. У него рога выросли! У тебя, Иванка! Козлиные рога выросли! Где же все юродивые теперь? Почему их больше не встретить на площади? Со временем значение термина становится все шире и шире, вбирая в себя и слабоумие, и сумасшествие, и даже наивность. С городских улиц юродивые уходят на страницы романов Толстого, Достоевского и Пельняка, а значит, и искать их нужно там. Почему Гауптман решил посвятить роман юродивому, и какой из персонажей русских авторов повлиял на образ Иммануила Квинта больше всего? На эти вопросы я постараюсь ответить в своем исследовании.